Всем привет! Давненько я не снимала итоги месяца. Последнее видео с итогами у меня было в апреле. Сейчас уже июль. Соответственно, за май и за июнь я не отчиталась. Каковы были мои итоги мая? В мае я рисовала схему по индивидуальному заказу. Это был опять Тбилиси. Вообще за эти два месяца я сильно отошла от рисования схем. И скорее всего я не буду этим заниматься в дальнейшем так плотно, как я занималась этим раньше. Как вы уже поняли, со мной часто бывает, что меня торкает и бросает из стороны в сторону. В мае моей идеей фикс было устроиться на работу. На работу я все-таки устроилась в конце мая, и вот уже месяц я работаю. У меня обычная пятидневная неделя с 9 до 6. Поэтому, как вы понимаете, времени на какое-то свое свободное творчество уже остается намного меньше, чем было раньше. До этого я не работала несколько месяцев. Я устроила себе так называемый отдых. Отдых от рукоделия, отдых от вышивки, от этих схем. Меня изрядно вымотала череда совместных проектов, которые мы устраивали. Весь май я занималась как раз-таки монтажом видео. Если вы еще не смотрели это видео, обязательно зайдите и посмотрите, что же я там намонтировала. Я на самом деле очень долго старалась над ним. Мне хотелось это создать. Хотелось создать ролик в формате инфографики, потому что мне просто хотелось научиться этому и понять, насколько это сложно. Это сложно, я осваивала новые программы для этого. Это видео не... Ой, я ударяюсь о подоконник. Это видео не всем будет интересно, а только тем, кто либо участвовал в проекте «Такие девочки», либо тем, кто следил за ним, либо тем, кто просто хочет посмотреть, на что я способна в плане видеомонтажа. Так что вам решать, хотите — смотрите, хотите — нет. Просто я вам об этом сказала. Я потихонечку ковыряю своего котика, который тянется у меня уже не первый месяц. Я его практически довышивала. Я отнесла этого кота на работу. И теперь, когда у меня перерыв обеденный, я иду в комнату отдыха и вышиваю этого кота. Потихонечку, помаленечку его ковыряю по 50 крестиков в день. Также я несколько раз садилась за вышивку своего любимого сюжета на данный момент «Наруто». Вышивая эту схему, команду номер 7, я начинаю погружаться в какие-то глубокие думы. Думаю, как поступили персонажи, правильно ли это, что вообще правильно, а что неправильно. Просто в этом сериале собрана целая солянка персонажей с различными характерами, которые легко проецируются на реальных людей. Есть персонажи, которых ты не любишь всем сердцем, начиная с самого начала сериала. Они позиционируются как антигерои, которые делают страшные вещи и поступают неправильно. Но потом ты узнаешь, ради какой цели они все это делали и чем им пришлось пожертвовать. И ты уже не знаешь, как относиться к этому человеку, к этому персонажу. Он хороший или плохой в итоге. Сериал «Наруто», он именно такой. Он играет на твоих чувствах, играет на твоих эмоциях. Но это я сейчас опять ушла далеко. Еще в июне я принимала участие в отборочном туре реалити-шоу для дизайнера схем. Я не прошла отборочный тур, поэтому я думаю, могу показать вам работу, которую я нарисовала на этот этап. Задание было нарисовать в монохроме силуэты природы. Использовать можно было один цвет и либо все оттенки серого. Я выбрала второй вариант со всеми оттенками серого. В качестве силуэтов природы был слон с торчащими веточками и вылетающими птицами.
Так что я ставлю вас в известность, что у меня есть теперь еще одна схема в стиле монохрома с силуэтами природы, выполненная только в серых оттенках. Используется там 6 цветов Moulinet DMC без блендов. Блендов там нет вообще, поэтому вышивать будет легко. Я надеюсь на это. Как я уже сказала, отборочный тур я не прошла. Всего было 20 с чем-то участников. В реалити-шоу прошли первые 10 человек. Я заняла 14 место, немножечко не дотянула. Но, может быть, это и к лучшему. Если вам интересно посмотреть на работы других участников, вообще последить за этим конкурсом, он в самом разгаре, вы можете пройти по ссылке внизу, я ее обязательно оставлю. Проходите, смотрите, голосуйте за тех участников, которые вам понравятся. Итак, давайте подведем итоги. Что я сделала в мае? Нарисовала одну схему. Это, по крайней мере, то, что я могу вспомнить сейчас. Устроилась на работу. Это самое важное. Что я сделала в июне? Я продолжила работать. Это важно. Я нарисовала схему для конкурса. Я дошла до отметки в 67% вышивки схемы Наруто. И почти закончила своего котика. Результатов немного, но они есть, и это радует. На этом я буду заканчивать. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо, что остаетесь со мной. Желаю вам хорошей погоды, как снаружи, так и внутри. Пока. Так, что нам тут предлагают? 5000 рублей в день? Да вы что? Где же вы были раньше, ребят? Я все никак не могла купить знак «Шипованная резина». И в итоге я нарисовала его сама. Видите, какой он уродливенький у меня получился? Вы, наверное, думаете, что я сижу где-нибудь в подъезде, потому что наверняка звук плохой, и стены такие обшарпанные, страшные. Ау! Я ударилась в подоконник. Я сижу на балконе, на улице, как обычно, идет дождь, уже второй день. Дома света нет вообще. И вы меня не увидите, если я буду что-то снимать.